Всем привет, ребят. Ну что, сегодня, как я и говорил, у нас будет видосик с китайки. Буду записывать и с английского сервера, и с китайки. С русского сервера что-то в последнее время даже писать, честно говоря, ничего там, ничего интересного не происходит, а все происходит на других серверах. В общем, очередная бездонатная акция есть, дают священный огонь. Вот такие вот... По сути, офигенные таланты для бездоната. И самое интересное, я уже не раз показывал, что дают это все с возможностью ролить за карты смены. То есть у нас на русском такого и на английском сервере почему-то не вводят. Очень странно, здесь это ввели уже давным-давно. Странно, почему такая дискриминация? Ну, что имеем, то имеем. Так, ну что, поехали. Будем сегодня... открывать карты, тратить, и попробуем забрать еще эту акцию. Так, утикаха, ну утикаху у меня некому ставить, к сожалению, и стойкость тоже. Поехали, посмотрим, что мы сегодня сможем выбить интересного. Я специально карты здесь не трачу, оставляю под такие акции. Можно заработать и талантики, соответственно, без доната. Я уже показывал аккаунты, которые копят тоже эти карты и сливают, потом получают топовые талантики. Так, замедление, замедляха, ну тут вроде замедление на всех есть, кому я уже хотел, не хотел, повыставлял. А нет, на огнике тоже есть, будем потом тестировать на архидемоне. Кому интересно, такому еще можно поставить, чтобы оно было еще и востребованным. А вроде тоже особо некому, все уже с замедлением, кто нужен. Так, тут разброс и ремка. Он и сам по себе замедляет. Смысла особо нету. Вроде все. Больше все остальные уже с замедлением. Поехали дальше. Так, пакт. Новый талантик. Ну, новый талантик своеобразный. Если бы не было, конечно, кулдауна, он бы был вообще обалденным. А так, кулдаун все испортил. Единственное, там для некоторых персов он еще более-менее будет... за счет уклонения, но это не то, что хотелось бы. Так, ну что, будут у нас сегодня пятерки или нет? Надо было спросить, за сколько там аккаунты, которыми я ролил, накопили по 120 карт. Так, ракушка, только четверка, нужна пятерка. Давайте на рунине паролим. Да, пятерки что-то сегодня не особо падают. Ну давай. Как видите, не хочет рандомчик сегодня. Что-то вообще печально все. Жизнь, боль. Даже пятерки не падают. О! Я говорю, пятерки не падают. Выпала ремочка. Я вот опять начал героям сливать, ставить пятые ремки некоторым, которых я буду так использовать на некоторых локациях, таких как забытая. Вот черепу, например, тоже пятерку поставил. Рунами что-то другое попробую втыкнуть. Так, кто у нас еще? Тут даже, видите, у меня у многих героев на PvP локации Афинка, кстати, я хотел Афину посмотреть. По-моему, у меня Афина уже тоже... есть. Так, замедление грубое.
А вторая? А я, по-моему, одну слил, если не ошибаюсь. А может и нет. А она уже тоже с восьмой ремочкой. Так, хранитель тоже с ремкой. Ну, сейчас многим, опять же, героям можно ставить ремку, потому что для бездона это вообще офигенный талантик. Плюс силы дает. И герой сразу включается. Ну, отлично просто. Так, седна. Типа, в общем, все, что хочешь, уже есть. Тоже, по-моему, ремка уже стоит. Знает, кому уже ставить. Так, ара есть, фараон. Мой баст. Я, скорее всего, буду потом сливать этих героев, когда буду выходить в топ. Так. На варлоке даже есть. Варлоку, кстати, тоже вариант очень неплохой. Высоживу ставить. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, даже не знаю. Ну, еще можно ремку втыкнуть. Всех переролил. Кому она нужна? На фрейл разве что поставить. Так, Анубис у нас такой и такой. Анубису не буду ставить. Короче. Нафиг ему грубая сила. Поставим мы ремку. Вот так вот у нас будет. Ни у кого нет, а у меня будет. Поехали дальше. Let's go. Ремка. И сразу же бастион падает. Ну, баст однозначно никому не нужен. Пока я не буду заморачиваться, хочу. Огненка. Огненку тоже хочу потом на девятке потестить, блин. Надо кучу героев вторых открывать. Так, тут у нас Ирина с Огненкой, Хранитель с Огненкой есть. Попробуем такой вариант, пусть будет. Поехали дальше. На нашего стрелка. Просто жесть, вот это да. Вот это падает. Поручный пак-то некому ставить. Сейчас влепим его. Воронину. Так, тут грубая сила. Сейчас найдем. Так, надо еще будет одного ворожая дополнительного прокачать. Надо вот этих подокачивать, все никак не соберусь. Так, черепа. Или сюда поставить порочный пакт, пусть будет. Я там уже ложный прокачанный. Ладно, тестанем Ронина на максималке. Пофиг Дрейку, БВшка. Пофиг, сливаем. Так, поехали дальше.
Неплохо на стрелке нам сегодня упало. Бег. Офигенный талант. Ну все, в принципе, мы собрали это все. Поехали. Забираем плюшки. Видите, да, сумочки с питомцами. Ну, сейчас я вам покажу, что получилось за 240 карт. Я не знаю, правда, сколько там. Наверное, больше года без донаты будут собирать это все. Ну, в принципе, параллельно ничего не мешает собирать. Вот что я за два дня получил. То есть вот такие вот плюшки с двух одинаковых акций. Грубая сила, порочный пак, священный огонь, исцеление, раскол. Причем, блин, ну, такие акции идут еще и на роллинге героев, поэтому, я не знаю, для меня китайка все-таки самый такой топовый для бездонов, ну, и уже и для донатов, потому что донатные акции начали нормальные давать. Сервер, где можно нормально затариться и играть там без доната, либо с донатом, это уже выбор лично каждого. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.